Всем привет, с вами Лера. Давайте познакомимся с интересными новостями. Бедный Ди Каприо. Вы любите тот самый нашумевший сериал «Игра в кальмара»? Я очень. Как оказалось, Леонардо Ди Каприо тоже фанат этой дорамы и даже хотел сняться в продолжении корейской истории. Но, увы, режиссеры приняли решение отказаться от участия голливудских актеров. Что ж, казалось, с Оскаром Лео повезло. Но, видимо, проклятие обделенного все еще преследует его. Вишня, клубника, а может, колбаса? Окей, если уги в стиле наггетсов вы еще сумели пережить, то это заставит вас еще немного посидеть и подумать. Но потом заказать пиццу. Ведь сеть пиццерий Papa John's выпустил помаду с ароматом колбасы. Думаю, для особых любителей пиццы данный продукт будет усладой для губ. Правда, им нужно поторопиться, помада выпускается в лимитированной коллекции. Конец фильтрам и напыщенным фото. Новое приложение BeReal предлагает выложить ваше фото только раз в день и в случайно выбранное время. Причем фото делается сразу на две камеры, и обработать их, например, замазать прыщик, нельзя. В соцсетях уже можно найти фотографии пользователей, сделанные в самых разных обстоятельствах. От машины скорой помощи до задержания лучшей подруги полицией. Япония теперь впереди и по юмору. Японские ученые создали человекоподобного андроида и зовут ее Эрика. И самой главной фичей в этом искусственном интеллекте является его смех. Он подбирает особую реакцию на разные шутки собеседника. Видимо, японцы решили посмотреть на проблемы юмора своего народа с их привычной стороны. Я бы просто записалась на стендап-курсы. Ким Кардашьян берет идеи у Бузовой. В своих социальных сетях звезда провела масштабный розыгрыш, где победителям обещали билеты первого класса до Лос-Анджелеса, трехдневное пребывание в Беверли-Хиллз и целых 100 тысяч долларов. Но после окончания конкурса подписчики довольными не остались. Они уверяют, что Ким не стала выдавать обещанных призов. Обиженные поклонники даже хотят подать в суд на светскую львицу. Видимо, Ким решила не отставать от русских трендов, и следующим призом будет Гелендваген. Ну вот и все. С вами была Лера. Пока-пока.